Всем-всем доброе утро. А доброе утро. А какое у нас воскресное доброе утро? Хорошее доброе утро. Как феечка себя чувствует, красавица? Кто спрашивал о здоровье и шейха, и феечки? Все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Жалоб никаких нет. Да осторожно вы возле феюшки прыгайте. Да, феюшка вас закусает, заругает. Вот, она уже прям старается наравне со всеми быть. Но я за нее пока опасаюсь. Да, вот правильно их фейка отгоняет. Говорит, что вы тут прямо такие деятельные вокруг меня. Да? Нет. Так что все хорошо. Шейхунь тоже. Вон он кушает, никого не слушает. Зубки не болят, фу-фу-фу. После операции отошел хорошо. Ой, утренние потягушки какие, да? Но, хотела сказать, эти трое дружно в ряд. И Фейка побежала. Ну, конечно, тут же кошка. А Ляль, скажи, а мне лениво, да? Скажи, с утра я хочу валяться. Вот так вот, да, чтобы меня гладили, целовали. Гера, ты по всем носишься. Как будто бы все тут не сидят, не лежат, а прямо как будто бы тряпки не хватит. Правильно, Лялечка, ругай его, скажи. Я валякалась, а ты прыгаешь по мне. Ой, ой, фей, грозный змей. Никому не даешь кормушки подходить, ругаешься? Ты зачем ругаешься? Разве не всем достанется корма? Всем же достанется, миленькая феюшка. Красоточка маленькая, а? Что за девчонка? Еще ругается такая. Да, Лялька как лежали, так и лежит. Давай, Лялюшка, доброе утро всем желать. Чтобы воскресенье началось хорошо, радостно. Прекрасно. И что, один, обязательно что-то сегодня произошло. Приятное-приятное. Классное-классное. Здоровское-здоровское. И всем желаем побольше-побольше отдыхать.